Да, будем играть в Вальгаллу, где-то часа три это плюс-минус будет продолжаться. Продолжаться. И у нас обновление. Можно начать пользоваться этой игрой или приложением без обновления, но некоторые функции будут недоступны. Вот так вот, да? Чутка так офигел от новости. От какой фрикадель? Привет. Добрый вечер. Привет, Драгон. Привет, Райдер. Здравствуйте. Обновление. 27 минут. С кем бы остался, посмотрел стрим, но, к сожалению, я на работе. Надо работать классно стримом. Хорошая работа. Слушайте, мы можем запустить без обновления, на самом деле. Ну, типа, там вот этот вот праздник, который все равно завтра начнется. Так что, ну, особо нам и не надо, наверное, обновление сейчас. Вот, а потом я просто его обновлю. Классно я придумал. 3 часа без обновления, давайте поиграем. Это 27 минут, сейчас на это терять не хочется. Не хочется. От удаления колды. Ну, она отнимала очень много времени и вызывала в основном негатив, что в чате, что у меня лично. Сижу, ностальгирую, вспоминаю, как лет 7 назад готовился к экзаменам под Demon Black Flag. Как здорово, что в жизни есть что-то постоянное. Дим, спасибо. Ты опять готовишься к экзаменам, Драгон? У меня першит горло. Прошу прощения. Так. Извиняюсь. Я запустил без обновлений, и игра такая: окей, запускаюсь, поиск обновлений, поиск дополнений. Все нормально. Вроде все нормально. Вроде все хорошо. Да, пока без обновлений оно нормально как-то пойдет тоже. Ой-о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 й. Скорее это про твои забеги в Ассасина. Да, слушай, ну они будут продолжаться. Ого-го, как долго. Плата ем сикингу, другие игроки наняли вашего персонажа. Ой, спасибо большое, что нанимают. Е, моего персонажа. Жа-жа-жа-жа-ба. Легендарный плащ качать могу, но не буду. Так, мы-то, кстати, продолжать должны. Мы должны продолжать искать. Мы должны продолжать искать Экскалибуру. Мы должны продолжать искать Экскалибур. Щит хотел прокачать? Нет, я не хотел качать щит. Я хочу продолжать искать Экскалибур. Давайте продолжим это дело. К Валке потом сходим. Я хочу сначала с Экскалибуром У меня закончить. есть вести, но они вряд ли тебя порадуют. Вот как? Помнишь Горма, сына Кьотви? Он недавно занял место отца в Ордене. Интересно. А Горм сейчас в Англии? Он теперь тоже в нашем списке? Да, нам нужно его убить. Но он сейчас не в Англии. Его надо искать на западе. В крае, что зовется Винланд. Несколько веков назад его открыл ирландец Брэндон. Орден Древних недавно заинтересовался Винландом, но я не знаю, по какой причине. Я все выясню. Но сперва убью Горма. Говорят, Винланд далеко. Путь туда долог и опасен, а искать врага там можно неделями. Хайсом, меня это не пугает. Мы с Рандви придумаем, как туда добраться. Тебе нужно что-то еще? Давайте отдадим медальоны. Возьми. Членов Ордена стало меньше. Я очень рад, что ты их приносишь. И хочу дать тебе это в знак глубокой признательности. Ох, ядовитый удар вышел. Освободим Англию от... Нормально. Ну так вот это тоже работает, да? Ядовитый удар, ядовитый выстрел. Хорошо. Мне уже пора. Ступай с миром.
Привет всем. Привет, удачного стрима, хорошей публики. Чеплев, привет, спасибо тебе большое. Спасибо. Так, квалки, да, мы квалки, наверное, потом пойдем. Мы для нее все взяли. Мы должны сходить с вами в Уэссекс, ребята. В Уэссекс, Уэссекс, Уэссекс. Причем вот сюда. Нам нужен этот город. Я вот хрен его знает, откуда нам лучше. Может доплыть. Ну, походу, отсюда. Из-за того, что за день успело произойти, у меня в голове уже тот самый голос Одина, который иногда говорит с Эйвором. Эйвор, ты долбай, вот этот. Вот этот голос. Сюда и чуть по чуть на север, вот в эту сторону. И чего, Арзона стер заколебала. Привет. Мало актива. Много негативного фидбэка. И много, в принципе, негатива от нее. Игра из разряда, типа, играй для себя. Ну, потому что не нон-стоп стример по ней, поэтому надо играть в такие игры для себя. Как я раньше, собственно, и делал, играл в такие игры для себя. Без стримов, без ничего. Вот. Но сейчас у меня, к сожалению, нет времени играть в нее для себя. В любое время за стримом я в целом... За компьютером, точнее, в целом стримлю, поэтому... И нет смысла ее держать больше. Кристиночка, привет. Запачканное кровью письмо. Меня оставили здесь охранять сокровища церкви во время набега на лагерь. Из последних сил я заставил дверь. Возможно, я умру здесь от ран, но буду защищать сокровища любой ценой. Ключ от сундука должен быть у одного из наших монахов. Боюсь... Ему не удалось бежать. Сюнин, разведай местность. Огонь опять взялся забирать тела. Так, здесь можно собрать всякое, в том числе и стрелы, но стрел у меня полным-полно, судя по всему. Да, набег был жесткий. Всех поубивали, сожгли. Дальше идти вниз. Можно вот сюда сходить и на восток, вот к этой точке. Вот. Мне нужно знать, в Эссексе, по-моему, тоже у ревнителя находится деталь, поэтому, возможно, стоит к нему бежать. Лучше. Ладно. Успеем еще. Как же мне кашель за кхе-кхе? Да, мне тоже.
Слопа, здорово. Да, я побью его. Я побью его, не бойтесь. Интересно, нам хватит сегодня времени для того, чтобы взять экскалибур и лук? Да, это он? Ну да, да, да. Возьмем. Здесь маска. Боги, что это за жуткий звук? Прошу, любовь моя, прости. Я не могу есть, не могу спать. С кем ты говоришь? Здесь никого нет. Мы теперь вместе, родная. Ты всегда со мной. Шепчешь мне на ухо, будто легкий ветерок. Откуда доносятся эти завывания? И что это было? Будто сами стены рыдают от горя. Что-то с этим человеком нечисто. Кожа была бледнее тумана. Лети же, Сюнин. Кожа была бледнее тумана. Роса в волосах. Глаза укоризна. Что-то я не до конца понимаю. Твоя кожа была бледнее тумана. Роса в волосах. Глаза укоризна. Ты дохнул на нити, и они порвались. Ее нет. Прах и кости. Прах и кости. Твоя совесть нечиста. Она воняет сильнее гниющей плоти. Сейчас сам выпотрошу. Нет. Что ты наделал? Ее плач и крики совсем стихли. Я их больше не слышу. Я слышу, как ты скребешься в стене, женушка. Не даешь мне ни минуты покоя. Все скребешь, скребешь, пищишь, воешь. Называешь меня убийцей. Я любил тебя, но потом услышал, как ты говорила с воробьями. Всю ночь при луне вы плели козни, украсть. Украсть мои деньги, лишить меня рассудка. Ты заставила меня убить тебя. Прости, мы навеки вместе, даже в смерти. Он убил возлюбленную. Значит, совесть свела его с ума. Кобздец, короче, он настолько был алчным, словил золотую лихорадку, раннюю степень, накопил, видимо, бабла, и так не хотел потерять это бабло, что однажды увидел свою жену, видимо, на улице, и посчитал, что она сговаривается с воробьями, чтобы те украли его деньги. Он пришел и убил ее. А после этого просто сошел с ума, думая, что этот сквозняк — это ее шепот. Кобздец. И мужик такой стоит. Я хз. Мне не хочется к тебе идти. Классно уворачивался. Мне понравилось. Там еще в собаке стрелы, по-моему. Да. Короче, жестко.
О! Патч скачался самостоятельно. Обновление. Типа, пока мы играли. Красиво. Красиво. Вот об этом они должны писать, а не о том, что, типа, если хотите, поиграйте. Надо писать, если хотите, играйте, мы все равно скачаем, все норм, не переживайте. Ну вот, разве что надо перезапуститься, чтобы патч установился. Но опять же, незачем. Мы сейчас не будем дергаться. Мы сейчас не будем затрагивать этот самый новый контент. Все норм. Все норм и так. Кайф. Так, теперь... Ой, этот подс куда-то исчез. Ревнители сейчас. Как такой. Так, ладно, Весекс. Ксюш, привет. Я чувствую, что у меня как будто бы лицо песком набито. Песком. Да, потому что кофе хочу. Что-то я кофе не попил, я, короче... Встал, покушал. А, я йогурт питьевой попил, вот в чем проблема. Записать светлячки, если вдруг возьмем меч раньше конца стрима. Если возьмем меч, нам нужно будет взять еще лук. Уснул вчера с вами, проснулся, уже фильм какой-то. Ты про игру? Вчера под Warzone уснула? Нормально. Александр, что же? Блин, а тут красиво. Накину-ка я капюшон. Давайте здесь забираться. Привет, Сидрон. Я всегда засыпаю под стримом, потому что выработался какой-то странный режим. Где-то 12 ночи я все уже вырубаюсь. В смысле, странный такой, да? Нормальностью пахнет. Странный режим, говорит. Я, кстати, переключил камеру. Если она дергаться будет, то скажите, пожалуйста, я опять выключу.
Броудкаст выключу, я имею в виду. Так, значит... Значит, в Эссексе, это где-то вот здесь. Здесь еще поиграть можно, но мы не будем, конечно же. О, здравствуйте. Ревнитель Эссекса. Видите, я не отвлекаюсь ни на что, просто бегу по целям. Лучше сначала ревнительно, да, не бойся, никуда не денется. Только вчера про ассасинов говорили, решил изгоя перепройти. Хорошая тема. Прикинь, вот он прыгает такой, будучи уверенным в себе. А ветка сухая, и она падает, и все. И Эйвор тоже туда вниз ломает голову. Я вам говорю, именно подобные случаи не давали паркуру зародиться раньше. Условный Фукуа был и в эти, и в это время. Но никто об этом не знал, потому что подобные, как Фукуа, просто попадали не на те ветки, соответственно. Я оттуда пришел? Нет. Рок-бран с купца, пришедшего с севера. Здесь покоится жаждущий великан, который до сих пор хочет пить. Утоли его жажду десятикратно и получишь его драгоценный рок. Похоже на старый погреб. Пахнет прокисшим вином. Бочки еще полны. Колодец. Я вижу что-то внизу, но дотянуться точно не смогу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7. Колодец наполнился вином, и сокровище всплыло. Теперь можно достать. В смысле? Ты же просил 10-кратно. А я 9-кратно это сделал. What the fuck? Рук. Выглядит дорого. Неплохая находка. Блин, ну это прикольно. Загадочная табличка с рогом. А если интересно все эти штуки выбить? Ничего, да? Ну да. Зато стрелы есть. Типа я ничего не терял, все нормально. Ну вроде да, и все взяли. Внезапно маска здесь оказалась. В гнезде. Тупо в гнезде валялась. Так, ну все, пошли теперь к ревнителю. Сейчас будет файт. А, там, кстати, рядом еще и точка синхронизации, так что вообще все по красоте. Кризерус, привет. Спасибо тебе за follow. Follow. Follow me, guys. Так, надо бы, наверное, обойти этот город. А не проходить его насквозь. Давай попробуем. Так, по-моему, в Сусексе еще тоже, да, есть что-то. Надо будет посмотреть сейчас. У меня карты открыты там. Сейчас все глянем. Не потерять бы просто... Не потеряться бы просто в них, а то... Наступит момент, когда там останется одна табличка, а мы не будем помнить, где мы брали, где нет. Но, по-моему, сейчас я все помню.
относительно. Как записка, да. Сижу, голову ломаю, какое кресло купить игровое, я не могу выбрать. Ну вот, я бы и свое советовал, мне нравится. И недорогое. А вон и наш дружище. Козёл. У нас 6 стрел осталось. Да. В королевстве Фризия ценят вас, язычники. Как и вы, все мы пытаемся достичь совершенства древних. Язычники? В язычестве истина. Так, отлично. Нам нужна теперь... Нужна поездочка в Суссекс. А, по поводу ордена. Никто не открылся. Эти двое только. И все. Восточная Англия брали, Кент брали, Эссекс только что, Хэмптоншир обе взяли и у двух ревнителей брали. Да, спасибо. Вот, да, записывайте все правильно. Хороший подход. Так, давайте сходим сюда. И потом пойдем в Суссекс. Если не добивать, то что будет? А он вечно будет так лежать здесь. Ну, типа, он не поднимется. Но и задание ты не выполнишь, не залутаешь. Он будет просто здесь валяться, и все. Придется искать его и добивать. Слышу.
Вы знаете, я вчера обнаружил для себя предмет поклонения от человека, чьим фанатом я стал. Небольшое лирическое отступление. Гаррет, ну блин, сходи в аптеку, вызови врачей. Что ты мучаешься, смысл? Сидишь, кашляешь так, что легкие болят. Естественно, надо лечиться уже, а не вино хлестать. Глупости какие-то делаешь. Так, короче, Ева вчера смотрела какой-то документальный фильм про пиратов с чатом своим. Потом закончила и рассказала, значит. И рассказала. Внимание. Был пират, которого звали Сэмюэль Беллами. Экей, принц пиратов, экей, черный Сэм. Потому что, как я сказала, не любил он носить парики и ходил с черной косичкой такой на башке. Из-за этого прозвали черный Сэм. Внимание. Это единственный человек в мире за всю историю человечества, который додумался до сверхгениального тактического маневра. Он гасил пиратские корабли. Ну, и не пиратские корабли, а вообще все корабли. Но когда его прижало, и его команда на него посмотрела и сказала: «Капитан, что будем делать?» Сэмюэль Беллами смотрел на них в ответ и сказал: «Ребята, у меня есть план». И через какое-то время весь отряд с Сэмюэля Беллами... Сейчас будет тот момент, из которого я стал его фанатом. Через какое-то время весь отряд Сэмюэля Беллами полностью голые бежали на врагов. Письками наголо, размахивая саблями и шпагами. Эй, пираты! Вы представляете эту картину? Его противник опешил от того, что ему навстречу бегут грязные, голые пираты. И проиграл. План, сука, сработал! Это ж кем надо быть? Я повторю, это единственный человек за всю историю человечества, у которого все сложилось так, чтобы вот получилось именно заставить весь свой отряд раздеться догола и пойти в атаку. Он победил, его план сработал, тактический гений сработал. Более того, после этого он нашел какой-то самый большой корабль Англии и повторил свой великий маневр. Сказал: «Ребята, у меня есть план. Сейчас захватим самый гигантский корабль в Англии». И захватил, сука, он захватил 100 с лишним человек голышом. И враги охерели. Хотя, хз, может быть, история про большой корабль у меня путается уже с другим пиратом, я не до конца уверен. Но то, что у него два раза это произошло, и два раза произошло успешно, это факт. Короче, жесть. Я теперь его фанат. Это гений тактики. Привет. Что это за шум? Мы группа бардов. Передовых, настоящих гениев музыки. Но один безумец, самозванный епископ Руин, вовсю нас критикует. Говорит, мы пляшем под дудку дьявола. Разве это дудка? Похоже на мешок с трубками и звучит, как вой ведьмы. Проповеди епископа лишают нас зрителей. А ведь мы хотим лишь порадовать потерянное поколение. Достойная цель.
Может, показать ему ваше умение? Ты нам поможешь? А, ты тоже любишь музыку? Это крайне добрый знак. Что за ужасный звук? Будто скрежет. Так, подожди, мы теперь... Мы теперь ты будем, типа... Ты просто не ценишь искусство. Что мы будем делать? Поговорить надо еще и с этим, я понял. Людям вроде бы по нраву. Музыка, отрыжка дьявола. Мерзкая и зловонная. Я, епископ Руин, не потерплю ее. Епископ Руин? Это Альфред тебя им назначил? Нет, сам Господь. Он заговорил со мной, когда я мочился на стену. Я орудие его против музыки дьявола. Значит, наши взгляды расходятся. Умрешь, мессия монаха! Да погоди, в смысле мессия монаха? Я это пытаюсь включить звук. Че, серьезно? Мессия монаха, бей святошу, ясно. Спасибо, спасибо. Бей святошу! Карай клерика! А что за звук был? Та-да-дам. Пей святошу! А что происходит? Неси монаха! А что происходит? Пей святошу! Так, ясно. Ну, что-то сломалось. Пей святошу! Что-то явно сломалось. Окей, закроем игру. Давайте перезапустим. Севен, привет. Привет, Тина, привет. Смотрю, ваш Эйвор как должен в шмотках Тора. Ну, не во всех еще. Еще не во всех. Ну, там последний только в конце сюжета будет. А пока да. Пока да. Сейчас Экскалибур бьем. С луком. Хочу лук. Но чтобы лук получить, без бага нужен Экскалибур. Я уже думал, это у меня. Не. Зашел поздороваться, так как я в пути, поздороваться надо. Вано, спасибо. Спасибо. Мы рады тебе. Читал Вики, Беллами держит первое место в списке топ разбогатевших пиратов по версии Forbes. Да, он капздец какой. Везучий, назовем это так. Этот квест нужно в оригинале проходить или минус пасхалка? Расскажи нам просто про пасхалку. Velvet. То неловкое чувство, когда полутал Экскальбл в игре, но так и продолжил бегать с двумя своими саксами. Аж обидно. Это квест-отсылка, целиком отсылка на Prodigy, но в русской ее нет. А, я даже на оригинале не понял бы. Потому что память у меня на все музыкальное отсутствует. Генри Моргана все боялись, он жесткий пират, говорят Вики. Генри Моргана. Может быть. Разгадали квест с луком. Просто последнее, что читалось месяц назад, никто не додумался, как лук без бага достать. Экскалибур нужен. Сейчас Экскалибур возьмем. Бахнем Экскалибуру по одному месту и получим лук. Так-то... Так-то давно вроде уже догадались. Играем дальше! Играем! Так, уже обновленная игра. Почему не дать парню играть? Музыка! Епископ Руин. Нет. Сдаться. Уже обновленная игра. Будешь слышу. Жить! Неси монаха! Неси монаха! Это Сербранте, кстати, видел, что ты играл. Сгорел в финале. Твоя помощь была неоценима. Я сложу об этом песню. А ты продолжай петь веселые песни. Бей святошу! Бей святошу! Мы не убиваем мирных людей. Ага, вообще не трогаем их. Мы идеальный викинг по версии Ubisoft. Все верно. Сгорел в финале из-за нелогичности выбора. Просто дико сгорел. Ну, это радует одно. Кто-то из разработчиков заходил на стрим на финальный, и я там
Я выговорился. Бей, монаха! Люблю, когда Дима не отвлекается. Да я не отвлекаюсь, от считай не отвлекаюсь. Взять вот это вот и выполнить миссию, которая тут была. Это считай не отвлекаюсь. Суссекс, так. Наверное, до тебя лучше будет вот отсюда. Припекает с первого стрима, но больше от устройства мира и нелогичности. Играю со скрытыми последствиями. Максимально готова к сратым последствиям, блядь, вообще, если честно. Ну, блин, мне нравится вообще все. Мне вообще все нравилось, вплоть до финала. И да, я согласен, очень нелогичные. И последствия нелогичные, и условия нелогичные. Особенно в финале. Особенно в финальной части. Максимально нелогично. Типа, хочешь уметь делать сальто тройное, тогда ты должен весить 400 килограмм. И дружить с президентом Индии. Такой, ну, логично в целом. Я так и думал, что мне ни разу в жизни не сделать тройное сальто. Хорошо. Такая вот игрушка. А звука нету, почему? Классный патч, да, сделали они на 10 гигов. Так, здесь, походу, на мост, хер заберемся. Ладно, пошли пешком. Ну, в смысле, поплывем. Тоже сначала не понял, но когда во время драки Кит Флинт начал кричать «Mark my bishop», а когда взорвал стену, он крикнул «You are the firestarter». Это о чем вообще? А что разраб говорил? У нас вчера просто тоже был один странный челик, вряд ли разраб, но мало ли. Он спрашивал, фидбэк собирал. Что понравилось, что не понравилось. И так далее, и тому подобное. Фидбэк. Так. Суссекс. Вот это все Суссекс. Блэд. Но нам, по идее, нужна... Ага. Юго-восточная часть Суссекса нам нужна. Вот сюда вот нам нужно прийти. Ёб твою налево. А, и здесь мы точку не синхронизировали. Да ядрите у коня. Ладно, придется побегать. Ну, мы там дошли до главы мира и посмотрели условия некоторых пунктов. Но начихать менеджментом циферблатом не хочу. Пусть ролплеем в игре и не пахнет, буду тыкать, как тыкается, а там будет, что будет. Мир, я не верю, там ушли, чтобы сильно переживать, что они сами от абсурда хохотало, так что да. Йохз, мне мир очень сильно понравился. Мне очень сильно понравился лор. Я бы хотел что-то более серьезное в этом мире увидеть. Типа, да, блядь, хотя бы хоть что-нибудь. Мне очень сильно понравилось мироустройство. И мне понравились некоторые персонажи. Но то, как с этими персонажами поступили в конце, и то, как нам позволили им играть... Да, это чисто менеджмент циферок, ты все правильно сказала. Без этого никуда. Чел писал один в комментах, что смог довести все до хорошего финала, тупо задрачивая вот по циферкам. Типа, и никакой логики в его решениях не было. То есть чисто вот просто по цифрам пришел. Причем с 50 переигровками, типа того. Там все равно рядом с этой точкой синхронизации ревнитель нужный. Да? Хорошо. Нам нужен еще здесь, да? Один ревнитель, третий. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Хорошо. Thank you.
часу. А, нормально, он под Кроули уже. Погнали. Не помню, рекомендовал я тебе или нет, но я крайне рекомендую играть We The Revolution. Просто судью во время французской революции. Просудил во время французской революции. Тоже есть семейная драма, геймплей. Там не в виде чтения, а в виде именно судейских дел. Игра просто одна из лучших в моей жизни, пожалуй. Я видел, как ты играл в нее, но не полностью. Ну, хорошо, хорошо, гляну. Тим, хорошо. Спасибо большое за рекомендацию. Почему мне так тебя интересно цепануло, что прям одна из лучших? Заинтриговала. А можно коня сюда? Спасибо. Ня! Нравится, как он иногда вроде как жестко пытается крикнуть тебе, но получается нё, 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 нё. Какой атмосферный вечер в синхронизации был, ну практически всегда. Ночью в точке синхронизации или вечером или на рассвете здесь дикая красота. Вот это ня от меня регулярно можно услышать, когда горю легонько, да? Ты прям ня, так горишь. Типа, если из твоей комнаты слышно ня, 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 то значит все, пиздец. Фрол разъебал полшира и идет в Мордор. Ася, привет. Типа того. Я понял. Понял, фрикадель. Хорошо. Так, последний камень сравнителя, по идее. А, хорошо, я думал, я могу. А я не могу, оказывается. Хер тебе, дядь. Изи бой. Я знавал человека, что мыл всех крыс Лондона. Он не спешил. Они любили его. А он их. Они жили свободно, но считали его слугой. Капец, великан. Свобода. Но они жрут лишь объедки. Свобода трусов. Вальгалла для побежденных. Да, кстати, так и есть. Вальгалла для побежденных. В Вальгаллу попадает только тот, кто умер в бою, соответственно, проебал. Логика. Классно. Я пойду в бой и проиграю. Хочу Вальгаллу. Тупо. Тупо, тупо. Самая читерная штука в игре. Тоже люблю эту способность. Да, так это... Она же наносит самый бешеный урон. Он уже наносит самый бешеный урон. Самый большой урон в игре. От способности именно от нее. Что за ужасный звук, когда он его бил? В смысле, нормальный звук.
Побежал, всем хорошего дня, вечера. Давай, Генри, давай. Хорошего тебе вечера. Кстати, ребят, Костя написал, что он в Новосиб, он сейчас в аэропорту. Если узнают, пощады не жди. Сейчас будет улетать в Новосибирск. Он сказал, в прошлый раз улетал туда на неделю, но остался на полтора месяца. Сейчас тоже едет на неделю, но может так сложиться, как в прошлый раз, что остался на месяца полтора. В этот период сноураннера не будет, потому что он сможет играть только без микро, но я без микро не хочу. Так что ждем. Наигралась? Можешь попросить маму кофе мне сделать, пожалуйста? Спасибо. Молочком. Да мама знает, просто когда кофе с молочком папа попросил. Значит, подождем. Ну да, подождем. Подождем твою Костю. Подождем твою Катю. Я не получается как-то без Кати Костя. Не совместить это все. Без них. Без микро не так весело. Как же мы без его ля? Не, ничего, да я упал. Да. Если что, выше сказала, чем революция зацепила, но слов читать не обязательно, я так для галочки. Вообще. А я не вижу сообщения про революцию больше. Тебе только сообщение, вот где ты рекомендуешь ее. И все. У меня почему-то не отобразилось, Тин, сообщение. Повтори, пожалуйста. У меня только вот сообщение, которое. Где рекомендация твоя, и все. Ну, вон чат тоже пишет, что его нет. Ну, так бывает нормально. У меня ВКонтакте в последнее время тоже такая херня, типа кидаешь, а его нету тупо. Заставляет верить в мир, в персонажей быстро начинаешь им сопереживать. В игре настолько хорошо показана серая мораль, насколько возможно вообще. В ходе игры делаешь самые разные вещи, хорошие и плохие. И просто потому, что иногда не можешь иначе, потому что либо малое зло, либо тебя к стене припирает, а ты не можешь иначе, потому что система паршивая, ну и так далее. Ты делаешь, что можешь, что ты чувствуешь, что герой твой всего лишь человек, но он старается, хоть и сам полон пороков. Шикарно. Да, звучит охренительно, но надо посмотреть. Мне теперь интересно по геймплею, как она. Потому что сюжетно что-то у меня, вот, опять же, Сир Бранте тоже толкнул в эту пропасть. Не хочется вообще идти туда, где сюжет. Я начинаю играть в игру с сюжетом и такой слышу голос Одина. Сценаристы, какие же вы долбоёбы. У нас в последнее время очень часто Один появляется, видимо, может, пересмотрел, переслушал, не знаю. В последнее время Один очень часто ругает Эйвора за то, что он дурачок. Я не матерюсь, Один матерится. Это у меня так в серебранте. Да, у меня так тоже в серебранте. Давай едим на часик моего прохождения. Революцию? Добро, хорошо. Все. Ну, напиши, пожалуйста, тогда, чтобы она отметилась, окей, в Дискорде. Ну, поиграем тогда в 20-х числах. Ну, часик, на часик-то. Часик, да, поиграем. Да в смысле, вышли нахер отсюда, я добываю железо. Вишур он лавенена. Чё говорят, вообще ничего не понимаю. Вишур он лавенена.
не та дырка, извините, можете заходить обратно, что вы там делали, не знаю. Можете тупить, тусить, стоять. Лети, Сюнин. Лети, лети, лети. Лети. Сука, туман. Вот прям. Короче, давайте комментируем. На тот случай, если не отобразилось 2 по геймплею, там игра тоже удивляет, там очень много механик раскрывается по ходу игры. Ну, глянем. А за час можно что-нибудь понять, нет? Мы вот часик поиграем мне, 20 числа. А, здесь есть вот так вот, да? Здесь несколько входов. Сюда мы изначально заходили, понял? Я понял. Ясно. Нас ждут. А, нормально. Не головоломочки, а мозг давай, я верю в тебя. Ты справишься. Лабиринты. О! Нифига себе, похвалил серую жидкость, и она ответила мне. Нихера нет, конечно. За час в целом можно понять core геймплей, как устроены судейские дела, немного с семьей пообщаться, но по ходу игры набирает обороты, дела становятся сложнее, важнее для страны, твоя роль тоже возрастает, семейные отношения плотно связаны с сюжетом, есть вариативность. Слушай, ну посмотрим. Спасибо тебе большое. Знаешь, мне кажется, Кристина переживала, я думала, а что заказать? Я не знаю, что заказать, говорила Кристина. Давайте скажем спасибо Кристине, скажем спасибо Тине. И помимо Кристины еще скажем спасибо тем, кто на Бусти меня поддерживает. Вася, Талпери, Джинс, Алекс. Нет, не Алекс, Стас. Спасибо большое. Я, если что, не попутал Стаса с Алексом. Я просто по привычке Алекса упоминаю, а Алекс уже не поддерживает. Какие дела? Я не люблю лабиринты, ну так, чтобы вы знали просто. Мало ли вы, ну там, будете делать игру, которая должна выбесить меня. Вот знаете, сделайте лабиринты. Сделайте лабиринты в пещерах. Комбо-вомбо, блять. Сделайте лабиринты в пещерах в джунглях. Моя любимая игра будет. Дальше мне надо было. Блин. Мне надо было дальше. Ой, спасибо большое. Так он не очень горячий, такой. Ну, да, кайфово вообще. Спасибо.
250 миллилитров черного золота. Значит, чтобы за тобой постоянно гонялась какая-то дичь, и сейвы были в начале локации. Не, мне хватит просто того, что это лабиринты в джунглях. В пещере. Да, ёб твою мать, блять. Я, да, кстати, не матерюсь. 3 месяца уже не матерюсь. Я надеюсь, вы оцените мои старания. Я держу себя в руках ебаных 3 месяца уже, еще блядь. Еще одна тайна ждет разгадки. Ни единого мата. Как и обещал, нахуй. Послал ебеня мат с 1 января 2021, блядь. И пусть он нахуй нас не заебывает больше в этом году, блядь. Котел Дирноха, великана. Чтобы великан котел получить, отвагу придется тебе проявить. Лососем нырни туда, где железо растет, и крепко держись за то, что жизнь. Так, Эйвор, хватаемся за пипирку и рыбкой вниз, понял? Только крепко держись за пипирку, шофер. Крепко за пипирку держи, шофер. Так, подожди, ну. А, и что? Я хочу сюда поплавать. Вы видели просто, какая чистая вода там? Мне кажется, если я неделю буду писать в эту воду, она все равно будет чистой. Настолько она чистая. Блять, а вдруг в нее кто-то писал реально, я просто не заметил. Черт. У вас есть какие-то аспекты в играх, которые моментально вызывают какую-то ассоциацию с определенной игрой? Вот, допустим, не знаю, стрельба из лука — это 100%, там вот такая-то игра. Там ловушки, если есть, ага, ну, значит, ассоциация сразу в голове вот с такой-то игрой. Я хочу вам рассказать о моей ассоциации, связанной с подводным плаванием. Как только в играх я вижу подводное плавание, вот такое, мне хочется спокойно крутить камерой и как-то смотреть за анимацией. Я сейчас сдохну. И... это у меня моментально вызывает ассоциацию с новыми частями Лара Крофт. А ведь это удивительно, потому что ни одну из них я не проходил и даже не играл. Какого хуя, мозг? Снег Лук Хорайзен, прыжки с верхотуры Ассасин, прыжок Веры, загадки с весами Лары Крофт, взлом замков Обливион. Ясно. Скоро это справится? Ну да, да. В принципе, да. Так, стоять. Воу. Здравствуйте. Мы вас нашли. Мы вас долго искали. Вас долго искали, но вас нашли. Хорошо, хорошо. Так, это я возьму.
Что там, рудники сантехника? Кого? Санта-Клауса? Кого? Чьи рудники были там? Кто сказал? Сантехника. Я не говорил, если что. А как? Подожди, а и? А как туда пройти? Там же, очевидно, можно пройти. Рудники Верданска. Ну да. Ну да, нет. Конечно, нет. Постойте-ка. Поиграла в первый Клар не так давно, кайфанули в целом, но Universe забудробительная по загадкам на локации. Но там офигенная атмосфера и изучение гробниц, только ты и она, и никто вам не мешает. Universe, Легенда и Underworld прям хорошая такая трилогия получается, рекомендую. Даже Underworld с ее корявым управлением и геймплеем? Нет, в старый Тин я играл. Даже какие-то проходил. Какие-то. Что-то я не понимаю, но туда явно можно как-то попасть. Ну как? А, понял. Ну, я хз. Я после Anniversary или... И легенды в Underworld, когда зашел, я помню, я руки себе сломал. Я просто долго играл, недолго, привыкнуть особо времени не было. У брата, точнее, проверенного. Но я помню, насколько я сломался. И морально, и всяко вообще. Но твоя правда, да, у меня не было времени привыкнуть. Там, наверное, все-таки надо поиграть немножко, привыкнешь. Класс. Чувствую, что мы занялись сейчас какой-то бесполезной хуйней. Вам не кажется? Мне кажется, что именно так и произошло. Что-то там открылось еще, смотри-ка. Это, наверное, после патча нового, да? Маркетант увеличивает ваш шанс найти провизию, собирая добычу с тела врагов. Да, нам это надо. Хорошо. Даже читать не буду дальше, что там да как. Это вот еще надо взорвать. Тоже помню, зашла в Underworld, и мне не понравилось. И я сломался на ней. Там максимально было все неудобно. Максимально неудобно. Вот, но дело привычки, наверное, еще раз говорю. Наверное, дело привычки. Будет тупо, если мы где-то здесь ящик пропустили. Вот он 40 метров с той стороны, по-моему, да? Во, 50 метров в ту сторону. Сейчас. Я наверняка здесь где-то сундучок бы упустил. Наверняка. Я сейчас в обратную сторону пошел, ну, типа, по кругу. Опять по старому маршруту прохожу. Нет, наверху, все норм. Наверху, сундук наверху, отлично. Отлично. Сделаю поправку, что играл на геймпаде, руки помнили лишь где что, максимум одну кнопку поменяла, но даже не уверена, что это было в Андере. Управление в Universe меня бесило больше. О. Не, ну я на клаве играл, да, на день релиза. На клаве. Ямба. Нет, здесь зарыто все. Ну, кстати, подожди, Underworld, Universe, какая последняя, какая третья часть? Я именно про третью говорю.
Могу тоже ошибаться. Вандер. Ну, значит, Вандер. Стопудово третья была. Сука, она все-таки внизу. Да ёб твою налево. Что видишь, Сюнин? Вижу, что тебе предстоит вернуться назад. Давай. Опять идти на... Подожди, а туда ли я иду? Туда. Да, табличку взяли. Не взяли вот это вот сокровище, которое же меня будет бесить теперь, что я его не взял. Метров 58 метров. Оно выше пишется. А как так? Как оно выше пещеры, но ниже земли? Там какая-то прослоечка есть, ребят. Какая-то есть прослоечка. Вот наверху 13 метров над головой. 13 метров над головой. А, вот, подожди, вот мы здесь поднимаемся и разворачиваемся в эту сторону. Вот она и прослоечка, все верно. И. Да. Отлично, эта херня там. Подожди. Подожди. Есть идеи какие-то? Такие моменты с лутом у меня тоже были, в итоге часть шмоток так и не взяла. Слава богам, это были левые слитки, ненужная фигня. Типа вот таких вот маленьких как раз. Так. За них они, по-моему, ачивку не идут. На них, по сути, тоже плевать, но я лучше буду брать. Суссекс. Хемтумшир взяли, Хемтумшир взяли. Все, по идее, север пошел. Север пошел, это у нас Еврисшир с Ноттингемшир. А, вот две эти остались, Еврисшир и с Ноттингемшир. Ну, давай в Ноттингемшир сначала, потому что, соответственно, здесь у нас есть точка перехода с Ноттингемшир. На северо-западе с Ноттингемшира. Где-то тут, короче, есть еще одна точка перехода. Точка синхронизации, точнее. Качество очень дерьмовое у картинки.
Да. Ну, короче, по сути, где-то тут, вот здесь, точнее, находится этот камень. Где-то здесь, плюс-минус. Да, так что туда и пойдем. Километра бежать, но потом еще больше бежать, потому что нам потом в новую локацию идти, локацию, в которой мы еще не были. Вот, но это последний, вот сейчас будет предпоследний, потом последний, да, последняя табличка, и дальше я вот не знаю, что делать. Тут нужно быть осторожнее. Вот, кто-то писал мне по Etso Auditory Collection, типа, пробей там платину. Слушайте, я с удовольствием, но она у меня есть только на Xbox. Типа, мне нужно подосвободить финансы под плойничную версию. У меня на плойке есть третий Ассасин, который ремастер. Там можно сделать. Лукс Экскалибур кинуть? Да. Ну, скажешь, можешь. Ну, кинь, ладно, кинь лучше туда. На-на, а чё за свет такой дикий от света? Жёстко. Что-нибудь появилось на карте? О, появилось. Это точка синхронизации, нужно взять. Так и думал, что... А, это не башня, ни хрена себе. Это вон та вершина горы, обалдеть. Смотришь на нее и думаешь, блять, я неделю буду до нее идти. Крабс, да. Она на деле 800 метров. Интересно будет и весело будет, когда мы будем выбивать ачивку за стелс. 10 человек по стелсу. Угу. Вот тут-то платина и слетит у нас. Короче, глюкануло, что я в Ведьмаке и там гарпи или как. А что в Dishonored смог? Прикадали, я не понял. А по стелсу? Я же не получал ачивку в Dishonored. Кстати, надо бы. Только для этого дизайнер нужен на плойке, опять же, у меня на ПК. Жесть, что за туман такой дикий. Не получилось притвориться, как будто бы я его не видел.
Блин, это же красивый вид был. Ух. Кайфный прям. Так, вот он. Стопэ. Сразу же отмечу и маленькие эти сокровища. Я опять что-то со звуком вошли. Опять я не слышу ее копыт. Блэд, ты что, сломалась или что? Я не понимаю. Ты куда идешь? Вообще не туда идешь. Алло. Ну что, совершил прыжок веры в сугроб, да. Так и в жизни прыгают в сугробы, блин. Забираются на там 7-8 этаж и прыгают в сугробы. Дурачки. Сальтухи там всякие делают. Веры. Что это даже с какой-то стороны реалистично. Что делать, если хочешь Эйворона, надо идти к Джейкобу. Ксандерч. Надо набрать горячую ванну. С экстрактом лаванды. Под этим, конечно же... съесть свой любимый афродизиак. Подготовить телефон к закачке всякого добра с износейвором. Лечь в ванну. Взять телефон. Уйти на часик к Эйвору. Выйти из ванной, вытереться с облегчением, пойти к Джейкобу. Погоди, типа не эта пещера, серьезно? Что? В смысле выше? Осмотрись, Сюнин. Да не, ну не может быть, это пещера, алло. Ну там ключи какие-то еще. Что-то где-то не вижу просто. Да? А, все, подъем. Опа, вот. Не видел этого подъема. Угораю с его настроя на испытания. Что лучший.
Точильный камень Тудвала-Тудглида. Чтобы найти точильный камень, стой твердо, как горный козел. Пролей первую кровь и услышишь последний вздох тех, кто испытывал тебя. Тех, кто испытывал боль. Откуда у меня ключ, простите? Так, это странно. Я похож на Лобанова? В твоих влажных мечтах? Кстати, нужно кое-что изменить. Все-таки изменить. Из окна. Изменить. Серега на студии записи задолбался произносить его испытание. Да, такое, блин, опять испытание. И решили оставить. И норм сойдет. В принципе, чё? Чего бы нет? Если да. Ага, там типа ты не заберешься, да, никак? Такой типа... Оп-оп-оп-оп. Что? Римские тайны. Пикты и даны яростно сражаются друг с другом. И мы оказались между двух огней, но мы не прекратим усилий. Мы продолжим же чтить наших римских предков и защищать их сокровища, которые здесь покоятся. Помни, эта земля пропитана кровью римлян. Из окна. Римляне. Вот и способ пробраться на эту сторону. Пойди найди теперь это все. По-моему, сам этот паркур пещеры были в откровениях. Мне еще в третьей части нравились. Так, подожди, я здесь поднялся. Пошел от начала. Че я возвращаюсь-то? Всяко сюда, понял.
Понял. Заходил, да? Прошел сюда. Ну, мне на левую сторону. Вот этот проход я не увидел, не приметил сразу. Если на этом точильном камне свой меч заточил храбрец, его клинок убьет каждого, чью кровь он прольет. Если на этом точильном камне свой меч заточит трус, клинок подведет его и вовсе не станет проливать кровь. Нормас. Гевришир остался. Да. Так, давай смотреть, что у нас еще здесь есть. Ваш ворон будет забирать добычу с тел врагов, убитых в дальнем бою. Ясно. Полезно. Реактивации увеличивают область поражения при атаке в прыжке, позволяет выполнить ее с любой высоты. Вонер. Норм. Ру-ру-ру-рум. Здорово, Вов. Что случилось, пока тебя не было? Да, удалил Warzone, но я готовился к этому весь вчерашний стрим морально. На каком вы сейчас моменте сюжета? Мы сейчас отправились в Кент. Вот. Ловко аббата, входит в цепочку инструмент древних. Все, что могу сказать. По сюжету больше. В странном краю, да, мы с... Мы с Валкой, по-моему, только один раз говорили. Ну, то есть у нее были. Так что... У Валки только, получается, один раз находились в Вальгале. Ну и где-то, так если посмотреть, вся Нортумбрия не зачищена. Не зачищен Линкольншир, Глостершир, Хантумшир, Уэссекс, Кент и Эссекс. Все. Такие дела. И что теперь, когда качать будешь? Да никогда, в ближайшее время никогда. Все, хватит. Много негатива от нее, очень много негатива. Очень много негатива от моих зрителей, очень много негатива у нас в игре, очень мало позитивных каких-то моментов. Йорвикшир. Так, а нам нужен... Нам Йорвикшир и нужен. Ты написал в Дискорде Еврифсир. В чем была проблема написать Йорвикшир? Еврифсир. Еврифсир, начальник. Да, нам сюда, кстати, вот на эту точку синхронизации.
Он и тут так пишет. А, ясно. А, ясно, понятно. Стэн показывает, что не отправил сообщение, слишком быстро пришел. Не, это норм, что тупит Twitch. Ну, Тина тоже не отправляется. Имейте в виду, да, ребят, я иногда, может, вас просто не вижу, потому что что-то сообщения не работают как должно. На пару минут еду поставлю греть. Давай, приятного тебе аппетита. Уи-уиу! Давай еще. Опять нету звуков. Короче, с патчем сломали звуки у коняшки. Классный патч, Ubisoft. Надеюсь, вы успели запихнуть сюда 500 тысяч коней за 500 тысяч рублей. Ля, прикинь, такой пак в игру добавить. Тупо 500 тысяч разнообразных коней, тупо за 500 тысяч рублей. Кто-нибудь купил бы? Мне кажется, кто-нибудь купил бы. Я добавлю услугу в эту какую-то. Пусти, типа, за 500 тысяч евро отец куплю вам 500 тысяч коней. Эй, ты! Умеешь плавать? Наш отец пропал, когда искал клад. Он нырнул глубоко и с тех пор не появлялся. Кажется, отец умер. Жалко, конечно. Жалко. Глубоко тут. Может, хоть сокровище нашлось? Да. Вот браслет, который искал ваш отец. Возьмите его. Спасибо. Мы знали, что ты его найдешь. А что с отцом? Почему его нет? Озеро стало ему могилой. Но этот подарок сохранит хоть память о нем. То есть он утонул? Где остальная ваша родня? Мама заболела и не поправилась. Теперь она в могиле. Больше никого нет. Рильда, постой! У отца есть сестра в Йорвике. Продайте браслет и ступайте к ней. Ваш отец этого хотел бы. Хочется сказать, да чё вы плачете? Не бойтесь. Вырастите, попадете под набег викингов, они вас изнасилуют. Вот тогда и плакать будете. А сейчас-то чё? Сейчас-то не надо. Но не сказать им это, потому что, ну, типа, сам викинг, чтобы не боялись. Добыча ворона. Ваш ворон будет забирать добычу с тела, ну всё.
Вот, ну вообще на самом деле, да, грустненько, грустненько, грустненько. Еще 15 мощи и ачивка. И подальше некуда. Мы в говне, она сказала. Так, ладно, пошли отсюда, а то я сейчас... Боги равнодушны. Я остановлюсь. За последний полчаса замораживался чат, страницу перезагружаешь, бесконечно подключение к чату, по 3-4 раза страницу надо перезагрузить, чтобы чат заработал. Ну, Twitch. Тоже еще одна маленькая инди-компания Amazon. Что вы хотите? Ладно бы мы на лидере по стримингу сидели. Браслет память, браслет продать, да. Не, ну когда, знаешь, когда уже никого не осталось, уже как бы не до памяти, уже да, уже продать. Продать и все, и... Не под мозг. Так, Йорвик Шири. Шири Йорвик. Это Шири Йорвик. 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 Шири Йорвик. Вот здесь. Фазиум, привет. Красивое название, оригинальное. Да, как игры украй так. Вообще я удивлен, что у них есть такая игра, как Hunt. Почему она не называется типа Cry of Hunt или Hunter's Cry? Червикана. Ну ты сравнил. Ну так типа. Ну они же тоже оригинальные, да? Far Cry. Crysis. Сделаны на Cry Engine и Cry Engine 2. Компании Crytek. Честное слово, я когда увидел ужастик Cry of Fear, я подумал, что это их творение. Thank you.
Проклятие ведьмы, проклинаю тебя, зря плевал на меня. Пусть кости станут камнем, а голод истерзает, пусть сердце тянет к скалам. Кровь к морю утекает до звука рогов судного дня. Вот проклятие, знак, да будет так. Дим, не хочешь депонии пройти на платье? Ну, на них сейчас скидка 10%, в итоге стоят вроде недорого, игры интересные. И скидка 90% это сколько? Надо будет еще и текст убрать. Вот это вот, братище, надо будет. Мазивек, легендари, эдитион, эдитион. А чё? Где? Chaos. Полная версия игры. Так, Дипония Думсдей. Chaos on Дипония, Дипония. А что там, платина есть? Мне бы застащить игру Murder Soul Suspect. Чё, посмотрим. Платина есть? Да, платина есть. Корзине. Того 250 рублей. Надо будет подумать. А, Дипония Думсдей, это что же? А, я взял уже. Это ж оно? Корзине, ну да. Картинка другая. Goodbye, Дипония. А как пишется goodbye? Не потыкнул. А, ну то есть я был прав. А чё, его нету? Ну-ка давай, знаете, как сделаем. Прощай. Окей, а если так? Где по... Я понял. Да его типа нету, что ли, или что? Тоже почему-то найти не могу, хотя у меня прямо сейчас установлено. Угу. Сколько стоит в PS Store Surviving Mars? Сейчас. Ну, чуть не находит, ребят. Goodbye, Дипония. На Goodbye вообще ничего не нашло. Из PlayStation Store исчезла Goodbye Дипония. А, ну вот, видите. Может, появится еще.
По словам представителя Дейделика, игра была удалена из-за пересмотренных взглядов Sony на некоторые сцены игры. Ну, классно. Проходить первую, вторую, четвертую, значит, на платину. Только если соединиться с кем-то, у кого есть третья, типа тебя, Юр, чтобы проходить третью. Интересно. Так, что посмотреть еще? Марс, да? First Colony Edition. А вот Deluxe. Deluxe Edition сейчас стоит 690 рублей. Ну, я даже не знаю, нужен ли этот Deluxe, по идее. 539 рублей сейчас стоит, короче, Surviving. Ася, ты еще просил Murdered... Ага, все, вижу. Murdered Soul Suspect. Murdered... Вот, 1200 рублей. 1200 рублей. О, кстати, давайте заодно посмотрю, а сколько Бэтмен стоит. Бэтмена тоже нет. Потому что, по идее, Бэтмен выигрывает, да? А что у нас выигрывает, Бэтмен или нет? Arkham Asylum, который... Arkham Knight... Да, Arkham Asylum выигрывает, Arkham Knight. Рыцарь, опять Arkham Knight, Arkham Knight. А почему здесь только рыцарь Архам? А что за прикол? Подождите, Arkham Asylum тоже нету или что? Подожди, а как на русском пишется? Бэтмен. 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 Рыцарь Аркхема. Рыцарь Аркхема. Я, блядь, вообще никакого, кроме Телтейловского и рыцаря, не вижу. И Лего. Рыцарь, 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 рыцарь. Рыцарь, рыцарь. Лего, рыцарь, рыцарь, рыцарь. Рыцарь. Как много говна для рыцаря. Наркома. Рыцарь, рыцарь. Наборы, наборы, наборы. Arkham Knight, Arkham Knight. Arkham Knight, Arkham Knight, Arkham Knight, Arkham Knight. Arkham Knight, Arkham Knight, Arkham Knight. Чоу. Интересно. Это же выходил на PS4 Return to Arkham. А, подожди, так может Return to Arkham искать? Можно будет еще посмотреть, может быть, на магазине... в магазине... На PS4 найти. Ой, что я делал? Return. Arkham.
Че-то нету нихера. Я там скинул посмотреть оформляшку ОБС уже на зацени, глянь, как освободишься, ну или если с комьюнити делишься таким. Так, я после стримчика тогда гляну, посмотрю. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое. Мы не играли в Black Mist? Sky Hill Black Mist мы же играли, да? Хочу потом посмотрю. Это просто я к следующему сообщению уже залетел. Batman Return to Arkham комплект PS4 рублей 2900 стоит. Ага. Ну то есть на PS4 ее можно купить, да? Если да, то хорошо. Рыцарь у меня есть. Как ни странно. Рыцарь у меня как раз есть. Так, короче, ладно, забейте. А мы отвлеклись очень сильно. Потому что мне осталось на 50 минут. Короче, я не знаю насчет Дипонии. Смысла я не вижу 1, 2, 4 проходить. Если честно, ну, скидки, конечно, мощные, но мне не нравится, когда так делают. По моей ссылке там внизу Arkham Knight есть. В смысле? Arkham Knight — это рыцарь Архама. Такие Arkham Knight и здесь есть. А зачем мне Arkham Knight? Усё понял. Если кто-то не понимает, что мы сейчас делали, то, ну, после Дипонии вот, смотрели цены. А по поводу Arkham Knight, это у нас реквесты включены. И сейчас Arkham... Ой, не... Господи, сам уже к Arkham Knight'у веду. Arkham Asylum. У нас реквесты включены на каждую 10-ю платину. Я буду выбирать игру, которая, собственно, выбрана с помощью этих самых реквестов. Я зачем-то вышел с пещеры. Стоять, подожди. Сколько у тебя загрузка ЦП в ОБС во время стрима? Можешь сказать, я просто забыл, что ты не с ДПК стримишь, я не сильно парюсь с оптимизацией, так как целый комп под стрим. Сейчас посмотрю. Двадцать один процент. Но это с консоли, ХЗ, наверное. Если игра на ПК, то может чуть побольше. Ну, 20-21%, короче, вот так. Покажи мне. Мы правильно пришли, нет? Да, мы точно правильно пришли. Это именно в ОБС показатель диспетчере? Диспетчере. Ты хочешь именно, чтобы ОБС, я сказал ОБС, сколько показывает? Центральный процессор показывает нагрузку 4-5%. 4-6-5-1, так прыгает. Типа 4-6-4-8-5-0-5-1-4-6-4-8, так. Средняя, короче, 5. Return to Arkham при использовании на PS5 в этой игре возможны ошибки или неожиданно. Да, так пишет про все игры, которые по обратной совместимости работают. Все нормально, ребят. Все, если ее можно найти на PS4, то все, вопрос решен. Стоит почти 3000. Вот этот вопрос надо решить.
да. Ломается, отлично. Посмотрим, что тут ждет. Серьезно? Серьезно? Петухи? Как мы здесь жили, все это время? Что здесь делала арава из 15 петухов? Какого хрена? Я что-то не понимаю, кого я там убил. Ну, видимо, так надо было. Это у тебя именно в геймплее. Ладно, потестим тогда. Так не угадать. Я просто себе под 10% гружу сейчас с твоим оформлением. Но у меня и железо другое, метод захвата игры. Так я на плойке играю, проц не грузится. Я карты захвата сейчас тяну. Типа в геймплее таким делом. Все, что мозг сейчас мой выдал? Короче, сейчас я на плойке играю. Сейчас, да, процент маленький. Когда на ПК буду играть, будет больше, но я на ПК больше в новинки не буду играть. Это другой вопрос. Так что все будет ништяк. Не буду отвлекать больше, пиши, как сводишься, я сегодня до 23 за ПК или завтра до 4. Хорошо. Ну, так я всегда на плойке считаю, я могу хоть по 90% грузить. Не, я понимаю. Ну, я к тому, что сейчас вот я свой показатель сказал. Заперли с той стороны. Именно на плойечке. А, вот отсюда я буду стрелять, понял? Тебе как сказать-то, я не понял. Тебе нужно какой показатель знать? Типа. Условно. То, что у меня сейчас есть, к примеру, лагало. В Ассасине, когда я играл на ПК. И в Warzone почему-то в главном меню. Но я там показатели не помню, какие были. Мое оформление уже сильно больше грузит, чем то, что ты сейчас юзаешь. Забей, короче, стрим спокойно, пока потом все потестим, разберемся, не забивай больше. Окей. Ну, опять же, я сейчас не буду во что-то дико требовательно играть на ПК. Что это? Все только на консоли. Так что может быть и похер на самом деле. На загрузку проца. Кстати, вышла какая-то херня на Nvidia Studio. Она, говорят, вроде еще сильнее освобождает видюку и качественнее делает картинку для тех, у кого выше 2060 видюка. Так, ну по идее все, ребята, я все собрал. Куда теперь с этими табличками идти? Город, по идее, прислал дискордик. Так, смотрим лока к Экскалибру в Хантамшире. Хантамшир. Хантамшир. Пещера Мердина? Да, в пещере Мердина. Окей. Пойдем смотреть. Да, да, Тин, я понял. Вот она.
Вот, еще нужна пещера. Не пещера, а место, где лук находится. Сразу же после Экскалибра мы пойдем за луком. Вот, а потом в деревню. Потом в деревню прокачивать это все дело. И потом к Валке. Так что следующий стрим, скорее всего, будет уже у Валки. Долго ждать заката, там нужно прям. А здесь же можно медитировать. Медитация тебя свечит либо на утро, либо на ночь, не работает. А прыжки? Прыжки проматывают время по точкам перехода. Тыц, тыц. Подумай по поводу Дипонии. Если будет надо расшарить тебя аккаунт, вдруг все равно уже что-то в сети не будет, он не обидится. Ну, подумаю. А что мне тогда покупать, если ты расшаришь, у тебя она есть? Нахрен мне ее покупать? В чем смысл? Надо удалить ее тогда из этого. Из магазина, из корзины. Бля, не люблю, когда так делают. Это первая, вторая часть норм, а третью мы удалим из магазина. Сегодня кроме ассасина что-то будет? Не. Я сейчас через 40 минут уже буду заканчивать, Ева будет стримить. Сегодня маленький стримчик. Тебе нужно будет эксом по камню ровно в последние лучи заката ударить. Да, сделаем. Ровно в последние лучи заката. Написал, что можно не покупать. Ну подумаю, ладно, пока не горит, потом посмотрим. Пока есть планы по платину. Я не понимаю, куда мне бежать. Бегу вперед просто. Опа, здрасте. А, здрасте. А чё у вас тут? Чё, сигаем? Осигаем. Иклерс, привет. Все, кажется, я понял. Узнаю родные хоромы. Исовские. Исовские дырочки. Вот эти треугольные. Исовые дыры. Так мы их называем. Здравствуй. А что такое? Кого ждешь? Больше никого. Это, блядь, пожилой, Славон. Обалдел, что ли? Обидно вообще-то. Тут люди не следят за языком и обижают. Я в самом соку. Пиздец.
пиздюк ебаный. Так, а куда нам? О, кажется, сюда. Ну, тут что сказано? Умное что-то. Ладно, прыгай, покатили. Нет, не получится. Ну. Он караулит меня всюду, везде, постоянно рядом со мной. Просто постоянно везде ждет моей ошибки. А, вот так вот, да? Я умер, медведь. Я умер. В смысле, не поверил, блять, должен был поверить. Славон, как ты зашел, так и я, собственно, тебя встретил. Что-то не нравится, подумай над своим поведением. Пожилая, блядь, борода. Ну, хуй знает. Смотри, тебе, значит, пиздюком, когда тебя назвали, не понравилось, а мне должно нравиться пожилой, да? Логика, пиздец. Принца. Типа, здравствуйте, ебаны. Сам ебан, а чё вы обзываетесь? Я же с миром пришел. Тупо, тупая логика. Переучивайся. Чёртов обрыв. Не, ну, как бы, надо понимать, что он ждет нас. Он как бы всегда наготове. Каждый раз, когда мы про него забываем, он жаждет нанести ответный удар. Все сделаем красиво. Вот у Вальхалла у нас обрыв есть такое. Знаете что? Знаете что? Перед тем, как я туда пойду, я просто сохранюсь. Потому что я умнее, чем какие-то там обрывы. Почему-то я до этого, конечно, допер, только после одного поражения. Надо было доходить до этого раньше, но... Как уж вышло. Господи, какой я сегодня заторможенный. Это жесть просто. Мысли, они вроде как, ну... Они вроде как не улетают из головы. Они вроде как остаются. Тут внутри черепушки. Но с таким трудом язык их озвучивает. Голос озвучивает. Рот озвучивает. Вот видите, какой труд. Просто жесткий. Непосильный. Для меня сейчас, видимо, труд... Так, а куда мы здесь после? Должны были куда-то подняться вроде, да? Мне тоже говорят, что я старый, хотя мне 29, скоро будет 30. Блин. Денис, я хз, я вот посмотрел твои фотки, ты выглядишь лет на 25, может 24. Не выглядишь ты на 30, короче. Кажется, как будто у тебя все заебись, Денис. Ну-ка, признавайся. У тебя все заебись, Денис? Или нет?
И мистер Фазио сейчас такой, я не Денис, ты чё, охуел? Я такой, блять, да я рандомно просто тыкаю в имена. Нет слов. У меня сегодня тоже что-то со словами и мыслями, поэтому я даже не стал пытаться продолжать писать фанфик. А чуть-чуть отдохнуть надо. Вот у меня не получается. У тебя, может, получится. О, все, смотрите, время сохранится. Вот Ваське на вид лет 60, но он учитель, типа, он должен так выглядеть. А ему тоже 29. Вася, шучу, если что. Просто тупой мой юмор. Я пытался связать, типа, учителя с тобой, и все. Не обижайся. А говорю, не обижайся, что ты нудимкаешь? Я извиняюсь. Это просто тупая шутка. Про учителей, причем даже больше. Чтобы в них внизу отверстие. А, в пещере, где стоишь, ты узри перед собой 12 столпов. 12 пьедесталов для сокровищ Британии, клинок древних, что зовется Каледвулх, защитник всего острова. Пусть священное оружие получит тот, кто отыщет сии дары, и кто любит край наш, Артур Пендрагон. Да, я, кстати, знал, что Артур тот еще Пендрагон. Так, ну, очевидно, нужно расставить. Древний клинок. Но в руки не взять. Таблички. Ты все расставишь, или вот мы теперь будем смотреть на вот эту охренительную заставку 12 раз? Ясно. Ubisoft всегда думает, как развлечь игрока. Найдешь ответ на этот вопрос, уйди. Обязательно напиши. Про Мьёльнир, кстати, рассказывали уже? Еще нет, но типа то, что он есть, я знаю. И более того, его мы будем брать стопудово, потому что ачивка есть. За Мьёльнир есть ачивка. Ачивка, ачивка, ачивка. Ту табличку. И еще один важный вопрос. Где Эйвор хранил эти таблички? По-моему, каждую из них он достает из жопы. Ну, я не уверен, но приглядитесь. Просто на мгновение посмотрите. Давайте, вот у вас два шанса увидеть, откуда он их достает. Викингский карман. Да, скандинавский мешок Уэйвера уже. Ты не тот меч, что бриты зовут Экскалибур.
Приехал какой-то викинг, забрал Экскалибур. Все такие, ну не, ну как, ну что за дела? Экскалибур! Були-були-бур. О, все, отлично. По красоте. Чего не хватает? Титана не хватает. Он уже до легендарного уровня улучшен. Нужно до безупречного улучшать. А, подожди, нет, безупречный в легендарный превращается. Нет. А почему у меня штаны Тора, рукавицы Тора и шлем Тора тогда легендарные? Они должны быть безупречные. А, нет. Все. Безупречный превращается в легендарный. Все. Все нормально. Значит, Экскалибур уже максимально улучшен, да? Забираем руны тогда. Стан, подожди. Руны снять отсюда надо сначала. Не понял, а как? Урон от мощных. Подожди, убрать из ячейки. Это ж они есть. Да, это они есть. Убрать. Руна сейчас используется длинный меч. Вы точно хотите ее назначить? Нет, в смысле, я хочу убрать ее. Так, теперь руны. Урон от крит удара возрастает после каждого попадания. Попадение в уязвимое место восстанавливает здоровье. Красиво. Критический удар возрастает при высоком здоровье. Скорость возрастает при низком здоровье. Атака возрастает после каждого попадания. Мощные удары поджигают упавших врагов. Шанс появления вокруг вас кольца огня при парировании. Это должно быть красиво просто. Поэтому я поставлю это сюда. Урон от слабых ударов, урон от крит удара, урон от мощных. Урон от мощных 3. Урон элитным бойцам 5. Урон от мощных 4. Так, ну мы ставим урон от слабых плюс 5, урон от мощных 4. Ой. А, атака, да? Здесь. Хорошо. И у нас есть же руна. Нету. Для доспехов нету такой руны. Хорошо. Хорошо. В две руки помещу. Хочу. Просто посмотреть хочешь? Давай посмотрим. Меч каролингов. Длинный меч каролингов. Так, чё, ребят, куда теперь по щиту, по мечу, по луку? Куда-то сюда, по идее, вы говорили, да? Вот в восточную часть Нортумбрии, северо-восточную. Да или нет? У меня там еще вспышка есть у Экса, слабый-слабый, сильный. Раз, два... Что-то не вспыхивает. Наверное, по человеку надо. Наверное, надо по человеку. О, это что? Что это? Холодный огонь. Он не греет. А что это? Мой из одного места в другое. А, я вспомнил. Да, ты мне сказала вот сейчас вот про маленький остров. Мы его выискивали. Озеро с маленьким островом. Во. Вот оно.
сюда. Йорвик, мы не дошли тогда, ну ладно. В Дисе. А, да, 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 спасибо. Это оно. Отлично. А как узнать, сколько времени сейчас? Надо, наверное, все-таки до Йорвика добежать. Или здесь какую-нибудь точку синхронизации возьмем. Нам нужен закат, да? Двадцать минут до конца стрима, я думаю, мы успеем. Я думаю, мы успеем, успеем, успеем. Короче, подготовленные пойдем по сюжету, норм. И совсем скоро, говорю, еще одна ачивка по этому. По мощи получим. Надо будет потом взять и найти место, где мы сможем на корабле 5 судов протаранить. Или там сколько, 5 или 10 судов за 2 минуты надо протаранить. Что за орден? Ну, это вот эти вот злодюки, которых надо убивать. Красные — это те, которых уже убили. Почему сюда не добавили эту кнопку, типа, отметить все прочитано? Насколько же Диншок меняет вид весь, вроде даже Англия, такое ощущение, что красивее тут. Да, мне в принципе в игре очень сильно заходит снег. Особенно, ну, соответственно, берега Норвегии. Очень кайфные. То, что звуков звука копыт не слышно. Топ это копыт. Нет. Надо до туда сначала дойти, точку синхронизации открыть, попробовать попрыгать будет потом. Я бы рекомендовал сюжетку с Валкой закрыть как можно быстрее, раньше сюжета. Да, уже многие сказали об этом, будем так делать. Мы уже взяли цветок для второго похода к Валке. Сейчас, собственно, лук возьмем и пойдем выполнять все, что связано именно с ней. Мне вот интересно, они обновят точки интереса в
Вальгале, потому что мы же там уже все сделали. Первый свой заход. Если не обновят, то кайфово. Ну, типа, приходим и только и делаем, что... Никогда не видел ничего подобного. Ягноящаяся рана. Жесть. Только и делаем, что выполняем задание. Здравствуй. Это твоих рук дело? Здесь то, что осталось от Дренга. Потерянный Дренг. Вот кто я такой. Я не чист. Я не достоин дышать свежим воздухом. Дренг убивает с честью. А это все разве не невинные люди? Многие да. Многие нет. Их кровь перемешалась и пахнет железом моих клинков. Вот это судьба. Славный Рагнар Лодброк всегда держал меня в узде, направлял корабль моей Хук, а без него я сбился с курса. Сам себя боюсь. Ничего хорошего не осталось. Я был Дренгом, но потерял себя. Избавь меня от мук. Тебя терзает сильная боль, и ее не облегчит ни Вергельд, ни возмездие. Да, ты все понимаешь, и, похоже, можешь мне помочь. Сделай это, смилуйся надо мной, презренным. Да, не вопрос. Рэнк, я сражусь с тобой. Помогу найти путь, как помог Рагнар. Пусть дети Локи заберут меня! Я не хуже двух! Берегись! Все слишком затянулось! Нокфюля, сияющий глаз. Блин! Я случайно вызвал его. Смерть нам обоим! Ты сразил меня, вскрыл гноящийся нарыв. Моя смерть — первое доброе дело с тех пор, как погиб господин. Один будет рад всякому, лишь бы тот умел храбро сражаться и быстро пить. Да, вроде до хрена людей уже было, нет? Не трое, по-моему, больше, Мэджи Фокс. Был чувак, который там типа потерялся, ну, у него погибла вся дружина. Был в самом начале чувак в пещере в какой-то. Был этот, был старик, который служил у Рагнара, но дожил до старости. Был чувак, у которого сын был, и он типа тоже должен был... А, вот, кстати, вот он, по-моему, без Рагнара. Хотя хз, может, ну, три, да, может, три, может, четыре. Даже видно, что местная боевка удобнее в 60 кадрах. 30 прям не слишком удобно, особенно парировать. Впрочем, я этим не особо занималась, саксы у ворота и у ворота форева. А ты на плойке, да, проходила? Так, я дошел до сюда и не синхронизировался, гений. Солнце уже к земле двигается. Сейчас. Все рассчитано. У меня
Глаз алмаз, понимаешь? На фатке PS4, понял. Глаз алмаз. Угу. Хотел сейчас подойти, оленя оседлать. О, нихера себе, ты чё дикий такой? Слышь, я тебя трогал, я тебя не трогал. Это, наверное, за то, что я его оседлать хотел. О, да, закат. Тут на стене можешь выполнить еще одну ачивку, поджечь жаровню вдоль стены. Какой камень бить, ребят? Не-не-не-не-не-не. Вот этот? Лук Нодена, охотничий лук. Ну, видишь, я же говорю, глаз алмаз, все дела. О, да. Спасибо большое, спасибо. Так легче будет. Так, давайте сюда поставим хилку. Вот, возвращается плюс. Во, попадание в уязвимое место восстанавливает здоровье. Хилку при попадании в уязвимое место. Класс, урон от крит удара, урон от слабых ударов. Скрытность. Давай скрытность добавим тебе. И урон от попадания в голову 1.9. Такой себе. 1.4. Урон от слабых. 1.4, блокирование. Урон элитным бойцам 5.0. Давай так, наверное, сделаем. Отлично. Так, теперь нам нужен титан. Это тоже, кстати, легендарный, да, получается? Да. Ну и плащ мы возьмем. Плащ мы возьмем тогда, когда пройдем игру. Красивый лук. Красивый лук и экскалибур наши. Кайфово. Щит бы еще крутой золотой. Ну да, с щитом бы каким-нибудь таким тоже. Был бы рад повидаться. А что за ачивка насчет жаровин? Жаровень. Поджечь жаровню вдоль стены. Щит Морриган очень похож на щит Ису. Есть такой? Не. Надгробие, конечно, тоже красивый. Садный щит Святого Георгия еще тоже можно его использовать. 10 жаровин надо поджечь.
А это не задание? Это ачивка? Я чуть не помню такую ачивку. Щит Морриган, доберитесь до БЛСНЭП на юго-востоке Глостер Широ, в склонах холма есть 4 пещеры. В трех из них лежат ключи от сундуков. Четвертое место, где стоит сам сундук. Чтобы к нему попасть, нужно взорвать стену. Масло вы найдете возле алтаря на вершине холма. Так, сейчас Глостер Шир нужен, да? Сейчас давай с этими штуками разберемся. У нас, блин, у нас, наверное, не хватит времени уже. 6 минуточек осталось. А запомните, пожалуйста, то, что Тина написала. Ничего себе, у них тут 4. Есть такая ачивка, что пальцы из головы? У меня тоже. За лук, кстати, достижения не дали. Просто как секретный такой бонус. 4, 5, 6. Мы первыми захватили эту крепость, что-то ла-ла-ла. Это наша земля. Это... Я надеюсь, я нигде не пропустил жаровню. Тупо бегает Эйвор по разрушенной стене, поджигает жаровню и такой: это мое достижение. Это мое достижение. Я поджег 10 жаровин на этой стене. 8. Но Эйвор, зачем ты это сделал? Не знаю. Эйвор, такой ты долбоеб. Привет. А чё у тебя... А чё звук такой, как будто бы... Ты моя лошадь, а не собака? Собака-бабака. Девять.
Эйвор копытами. Не-не-не, это вот собака, как будто бы у нее копыта. Мне кажется, я пропустил где-то жаровню одну. Кто-то есть. Иногда я боюсь, что огонь погаснет, и тьма нахлынет на эту землю, как вода во время прилива на берег. Вот какие мысли терзают разум человека, который в одиночку ходит по стене. Хрольф наблюдать. Давайте согреем Хрольфа, что ли. Хрольф, не печалься. Все хорошо, король. Да ёпта. Все нормально, король. Было бы круто увидеть, как они горят, да? А мы видим, как они не горят. Раз, два. Вот, но тем не менее, мы выполнили достижение. Кстати, пропустил какой-то сочный предмет. Обязательно, это сочный, самый сочный предмет в мире, наверняка. Так, и мощь. Какая у меня уже? 266. 268. Короче, 17 мощи. 17 мощи осталось, и будет еще одно достижение. Так он круто в сугроб плюхнулся. Сейчас бы в сугробах поваляться. Да. Ребят, ну на этом мы будем заканчивать. 7 часов. Круто. Сегодня две плашечки подняли. Сегодня сделали, собственно, достижение на экспаду, разобрали. Ну, теперь мы готовы. Следующий стрим мы идем к Валке. Ну и начинается, по сути, то, к чему мы привыкли. Фарм сюжетки. Помимо сюжетки, там, соответственно, будут выполняться все второстепенки на карте, счистятся они все. Таким образом, мы, собственно, дойдем до финала уже подготовленными, скорее всего, практически с платиной, а останется совсем немножко. Так, ладно, все это уже я оставляю здесь. Я прыгнуть должен только в Рейвенсторп. Рейвенсторп. Говорят, Горм Кьотвисон появился снова и стал куда сильнее. Хай сам может знать, как найти его. Интересно. Класс. Хочется даже, может, щит снять, чтобы, ну, визуал именно снять, считай, чтобы видеть сзади экскалибур и лук тот. Ладно, спасибо вам большое за компанию, за поддержку. Увидимся завтра. Соответственно, завтра уже никакой Warzone, ничего такого, так что будет очень много, скорее всего, ассасинов. Вот. Всем пока. Дальше, короче, всех люблю, всех целую, всех понимаю.